Дела. Администрация. Это обладминистрация Киевской области, плюс ко всему там еще и ТЦК сидит. То, что избирательная комиссия по выборам, которая принимает решение. Правильно? Такие мошенники и проходимцы. Готово. Там, де можна одружитися, розлучитися, оформити документи, отримати закордонний паспорт, звичайний паспорт. Там багато сервісів. Це ж один із філіалів. Ще є десь? Так, да, їх много таких. Є навіть виїзні. На мікроавтобусах. Это ресторан, который появился на месте двух общежитий. Тут был гуртаж, так? Да, тут было две общаги. Публику выселили. Сказали, что тут будет полная реконструкция, будет что-то строится, их сносить будут. И построили ресторан. Так это тут фасадная часть, вот это его. Ну, если я не ошибаюсь, Саваш называется. Ну это ж лицевая сторона. А внутри? Внутри. Там отдельное помещение, которое не видно с улицы. И там все совсем по-другому. Потому что он имеет несколько входов. Поэтому очень хорошее место для встречи. Где-то что-то порешать, потереть. Це за будівля біла. А это, если я не ошибаюсь, раньше это была библиотека марксизма-ленинизма, что-то вот такое. Потом что-то было белорусское, а сейчас какая-то фирма, хитрая контора «Рога и копыта». Вон там какая-то вывеска есть, но что там, непонятно. Она так стоит себе красиво, хорошо вписалась, камеры стоят, видеонаблюдение, охрана крутится. А что там? Непонятно. С правой стороны еще. У нас институт связи. Вот это полностью. Сейчас вот как-то там институт технологий, там что-то еще. Ну, бывший институт связи. Там, где хлопцы заканчивали, получали образование. С левой стороны вот это 16-этажный дом, это первый дом козырной постройки конца 80-х годов, перед тем, как начали строить Царское село. И тут ведомственное жилье было, и квартиры были весьма и весьма козырные, получали работники Госплана, Совмина, и не простые, а так, от начальника отдела и выше по рангу. Там гарні планировки. Да, тут хорошие планировки. У меня пару приятелей в этом доме, родители получили квартиры, когда переезжали в Киев по партийной линии и жили в этом доме. Вон тебе центральный офис, если я не ошибаюсь, Райффайзенбанк «Аваль». Который вот этот есть. Тоже они его арендовали. Это одно из помещений, которое находится в пользовании у банка. Одна из центральных улиц города Киева. Бывшая улица Кутузова. А сейчас она оказалась улицей генерала Алмазова. По правой стороне тянется институт связи. Немножко вон стоит пятиэтажный дом. Там тоже были неплохие такие относительно планировки, но это старая постройка. Точно так же, как и по улице Московской.
А это же институт, там научно-доследный институт. Вот система МВД. Там какие-то исследования проводят и занимаются. Нам же надо будет повернуть налево. На улицу Гуцала.